Берегам стоять! Стоять! Нет! Нет! Да, вы должны мне помочь! Слушай, ну вы же были женаты! Ну что вы с ними делали? Да, я был женат. Малый же с ними дел. Главное, с ними надо быть построже. Раз! Своем! И как вы, понимаете, с моей Мари, с ней нельзя быть строгим. Она очаровательна, восхитительна. Ну, есть, правда, у нее одно темное пятнышко. Темное пятнышко? Да. А что, очень заметно? Да не очень, но для маминого опытного глаза будет заметно. А где? В биографии. Биографии? Да, она из цирка. Понимаете? Да? А что? Маму точно обманывается! Никак, вы должны мне помочь. Взять маму на себя. С ума сошли, она 7 зубов есть. Да не в прямом, а в переносном смысле. Еще и переносить! Подготовить, как? Подготовить. Вы это сегодня говорите в этот момент. Когда у меня юбилей, а вы возьмите маму на себя. Если я скажу году хозяйке, она станет вверх ногами. Берега, возьмите маму на себя. Берега! А приятный у нее голосок, а? Обе с тигра, с гремучей змеей. Да, черт! Что это такое? Понятное хозяйство, я нравлюсь это красиво. Разве это быстрота? Разве это услуги? Я вам класс по мотелю. Черт. Вот вы где! Я как раз вас тут разыскиваю. Работает вот это вот. Я вижу, вы милейший. Да. 40 лет в отеле. И в нашем хозяйстве. Сейчас поздравит меня с юбилеем. И я могу вас поздравить. Что я говорил? Я должна вам сказать, наконец, пеликан. Говорите, что вы с каждым днем становитесь все глупее и глупее. И вот если так пойдет дальше, то в один прекрасный день вы меня вынести банку, как кровь, как из Как со мной разговариваете именно сегодня? Когда... Ой, боже мой, что же это у нас сегодня? Именно сегодня, когда у меня вот... Что? Юбилей? Да ты что? Нет. Вот черт, склероз замучил. Жди меня здесь. Я же знал, что вы у нас ангел. Ангел. 40 лет тому назад я вошел сюда! Прекрасно! Но где-то наша не пропадала! Я пришел сюда! Прекрасно с воротом ю. Ну ты это ж не крики. Я был высокий! Красивый! А сейчас? Сейчас только красивый! Не надо! Давай, садись, наливай выпьем! Я был совсем... маленьким мальчиком. Ой, а вы крошечным ребеночком. Да. Розовеньким розовеньким. Розовеньким. Что так пугаешь-то? Пухленький-пухленький. Давай, чокнемся. Пухленький-пухленький. Сейчас совесть есть, я тоже хочу. Ну, как поросеночек. Ну, ты поросеночек, розовый.
таковы. Вот никогда не знаешь, из какого ребеночка что получится. Получится. Ну что вы делаете, а? Так все равно уж тарелки вытирать. Ладно, Пеликашин, я не хотела вас обидеть. Пеликан, а вы помните? Я все помню. Сколько у меня было поклонников, а как они за мной ухаживали, Пеликан. А один, вот один, был влюблен в меня особенно. И знаешь, даже после того, как я вышла замуж за своего покойного Бонвиля. Неужели он был вас влюблен? Подумать страшно. Он был влюблен в меня, как сумасшедший. Разве нормально ты влюбился? Но я предпочла Бонвиля. Бедный мой Бонвиль. Ты знаешь, мне сначала с ним было очень нелегко. Ну понятно, по 6 раз в день его колотить. Нет, ну ладно, ладно. А вот потом, когда родился Тони. Ой, Тони, Тони. Мальчик мой, ты помнишь? Как я помню. Ой. Ой, волосиков на голове совершенно. Ой, не было. Точно. Ой, мордочка бессмысленная. Да. Вылитая мать. Да. Скажи, Пеликаш, а правда он был влюблен в меня? Давай. Он похож на вас, как две капли воды. А сейчас? Сейчас выравнивается. Растет. Не по дням, а по минутам. Скоро будет колокольная башня. Я весь ваш попутал. Да, да. У тебя точно такая же куколка, как свой медовый месяц. Да ладно тебе, подхалим. Ой, ни капельки не изменили. Да ни капельки. Да, ой, да ладно. Прям его, я... А все ваши вот эти вот это вот это... Чего? Замечания, мадры, блядь. Ну вот прям как будто вчера все случилось. Ой, прям. Вот и как обычно, вот так прям придете ко мне и прям сразу раз... Я готовлюсь. Я говорю, точно такая же. Привлеку ты. Да ну тебе это все не важно. Главное, что привлекательный был мой ресторан. Ну? Thank you.